Я и работала на поле, как все корейские семьи, и делала прополку. Вот. Но в какой-то момент, когда мне исполнилось лет 12, я сказала, все, больше я туда не поеду. Мен бормын сепкелім, сен борлигин учун. Мен яралганман жоным, сені севмоклик учун. Қайта қайта яна айтаман білген. Мен бормын сенің борлигин учун. Не тяжело ли вам вот работать в таких условиях? Может, уже пора отдохнуть? Пока нет. Надо помочь детям. Хочется помочь, больше сделать. А есть ли какая-то отдача от детей? Есть. Любовь ихняя. Меня и мою сестренку мама воспитывала одна, то есть папы не было. Вот вспоминаю, как мы жили, как мы с мамой, с сестренкой жили там. В солдатском. Своих школьных друзей вспоминаю. Ну, это было хорошее время, веселое오늘은 일요일입니다. 스타니슬라브의 어머니는 놀러 오셨는데 빅토리아 엄마도 오실 거예요. 온 가족은 일주일에 한 번씩 함께 모이도록 노력합니다. 빅토리아와 스타니슬라브는 직접 고려인 음식을 만들려고 합니다. Вот ты сложный человек. Нет. Вика, а вы сами как думаете, а с вами легко жить рядом? Нет, нелегко. А кто готовит в основном в вашей семье? Готовим вместе. Стас, какое блюдо вы собираетесь сейчас готовить? Мы как бы готовим кукси, да, корейское блюдо кукси. И как бы какие-то заготовки мы уже сделали там. Бульон. Ну сейчас вот кадыча делать. Да. Кадыча. Да. Тоже корейское блюдо. Ну да. Мы это я вот. Не знаю, скорее кадыча, они так готовят или не так? Вот как меня научили много лет назад, так мы и готовим. Вообще, наверное. Кадыча, папа. Кадыча и. Ну, вообще любые блюда, даже корейские наши местные. В каждом доме. У всех свой вкус, да. У всех свой рецепт. 스타니슬라브는 신인 병과거였습니다. 빅토리아는 우즈벡 국가 음대에 다녔습니다. 두 사람의 만남은 우연한 것이 아닙니다. 성 씨는 둘 다 정 씨이고 태어난 날짜도 1월 17일이 똑같고 양쪽 어머니의 이름은 스베틀라나입니다. 만나서 안녕이라는 그룹을 만들기로 했습니다. 1년 반 지나서 스타니슬라브와 빅토리아는 결혼했습니다.
지금은 이고리와 막심이라는 아들 두 명을 키우고 있습니다. Вы гордитесь своими детьми? Ну, конечно. Конечно. Я очень горжусь. Я очень рада, что у них такой вот семейный сложился, можно сказать, музыкальный дуэт. Не дуэт вообще. И дети занимаются, и Горюшка тоже радует. На саксофоне играет, вообще прелесть. Талантливый мальчик. Младший не знаю, кем будет. Я вообще мечтала, чтобы Стас был врачом всегда. Ну вот, видимо, у него эта музыка только в голове сидела. Вы мечтали, чтобы она стала артисткой? Ну, я так сильно не хотела. Мы вообще хотели ее отдать восточной. Но она захотела стать артисткой. Сначала пианисткой, а потом захотела петь. И пошла в консерваторию, на вокальное отделение. Каким вы хотели бы видеть своих внуков? Внуков? Хотели бы, чтобы они пошли по стопам своих родителей? Ну, Игорюшка уже точно пошел по стопам родителей, а маленькие, они не хотят его отдавать музыкальным. Что вы вкладываете в понятие успех? Труд, терпение, рвение, удача. И все получится. Успех. Успех – это когда ты востребован, когда ты нужен людям, когда тебе со всех сторон говорят, мы приглашаем вас сюда, приглашаем туда. Я считаю, что это успех. Но добиться успеха одного надо еще и продержаться. Balan toqlarda ketmaganmi qadamim Mening darhol talabim Nahot bo'lsa yolg'onda teran qoldi oylarim Na 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 Каким вы видите дом своей мечты? Конечно, хотелось бы иметь огромный, большой дом в несколько этажей. Но если в этом доме нет любви, понимания, я думаю, такой дом никому не нужен. Поэтому сейчас, на данный момент, меня мой дом полностью устраивает. Зачем тебе несколько этажей? Кто будет убираться? Что вы пообещали себе сделать непременно в этом году? Каждый год себе обещаю, что и в этом году я буду делать все, чтобы вновь быть востребованной, быть хорошей мамой, быть хорошей дочкой, быть хорошей женой. Игорь родился, когда вам было, кажется, 18 лет, да? 19. 19 лет. Воспринимают нас все со стороны как брата и сестру, да, и у нас и отношения такие. То есть у нас, мы можем поговорить на разные темы, он мне все расскажет, я могу пошутить. 여기는 우스펜스키라는 유명한 러시아 음악가 이름의 음악학교입니다. 이고리는 음악학교의 7학년입니다. 이고리는 학교 과목 외에 클라르넷 연주를 배우고 있습니다. 그 전에 바이올린을 5년간 했습니다. 이고리는 매일 학교 수업이 끝난 후 부모님이 일하는 스튜디오에 갑니다. В этом здании детская студия Анюн
арендует помещение для занятий вокалом, хореографией и актерским мастерством. Адонг группе는 나이 5살에서 13살까지의 아이들이 연습을 합니다. 아이들은 주 4회 2, 3시간씩 연습하는데 공연 전에 더 많은 연습을 합니다. Мама сказала, что ты сам еще пишешь песни. Какие песни ты написал? Мы с другом написали одну песню. Как называется? Про город Ташкент. А корейские песни ты тоже поешь? А, я пел Ариран, Сунчон пел вместе с группой. Виктория Чонг은 안용 아동그룹의 단장뿐만 아니라 아이들에게 성악을 직접 가르칩니다. Как возникла идея создания этого коллектива? При ассоциации существует еще также и молодежный центр. И они ко мне обратились с такой просьбой, что вот молодежь наша никак не развивается, надо как-то помочь. Ну, так как я пою и могу это показать, преподать, я решила, что я соберу детей и буду с ними заниматься вокалом. Дали объявление в корейскую газету и посыпались дети. Но никто не знал, что все так получится. Оказывается, такая востребованность заниматься детям, некуда идти. И так получилось, что вот уже у нас около 20 детей. И никто не собирается никуда уходить, всем очень нравится, у нас кипит работа, мы делаем концерты, ездим, нас часто приглашают и за город, и в Казахстан. Почему вы привели своих детей в эту студию? Мы привели детей, потому что мы неоднократно их видели на различных сценах. Нам это очень нравилось и очень хотелось попасть в эту группу. Сколько ваши дети уже занимаются здесь? Наши где-то полтора года уже. Ходят. А что вам больше всего нравится? Вот они занимаются вокалом, хореографией, актерским мастерством. Вот. Что им лучше всего дается? В принципе, все нравится. Ну и дети стали более такие раскованные, общительные, вот как бы уже более в компании, вот дружат. Вам нравится заниматься в детской студии? Нравится. А что вам больше всего нравится? Петь, танцевать. Ты уже сколько занимаешься? 3 года. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Изобретателем. На востоке! Надо же запомнить, Макс. Хорошо. Давай. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Что это такое? Ты опять
слушайте, где ступать надо. Потом, чтобы так же мне не делали. Работать вместе с женой, как вы думаете, это интересно? Интересно и в тот же момент сложно, потому что она мне может все сказать прямо, не как работнику, допустим, а как вот, как мужу.의상 디자인은 안영 아동그룹에 다니는 아이 엄마 중 한 분 인나 씨 맡았습니다. Как вы подбираете костюмы к вашим песням? Ну, прежде всего мы, конечно, смотрим, слушаем песню, подбираем образ, отталкиваемся от певца, исполнявшего до этого песню, и, естественно, смотрим на ребенка, подбираем образ. Во сколько обходится примерно в среднем один костюм? Около 100-150 тысяч. Бывают костюмы и дороже. Все зависит, насколько сам родитель хочет вложиться в этот костюм. То есть, какое количество камней, смотря тоже от работы. Но мы вкладываем душу полностью. Каждый ребенок в месяц имеет, ну, по выходу песни 2-3 костюма. Этот костюм у нас узбекский. Такой стилизованный, немножко современный. Вот, его мы создавали для новой песни «Шахрезабс». Как городов на свете много, но самый лучший весь прекрас. Лежит в отрогах гор высокий зеленый город Шахрезабс. Шахрезабс, Шахрезабс, наполнен радостью и светом. Шахрезабс, Шахрезабс, тебе пою я песню эту. Шахрезабс, Шахрезабс, наполнен радостью и светом. Шахрезабс, тебе пою я песню эту. Шахрезабс, Шахрезабс, наполнен радостью и светом. Шахрезабс, Шахрезабс, тебе пою я песню эту. Сегодня 안용 아동그룹은 돌찬치에 공연합니다. 아이들의 공연 일정은 어른 연예인들도 부러워할 만한 바쁜 일정입니다. 본돈은 교육, 의상, 신곡 녹음, 장소 임대비로 사용됩니다. Хотел бы пожелать им таких же творческих успехов, также расти именно в этом деле, в котором они лучше всех, на мой взгляд, во всей нашей столице. Для вас сегодня и всегда детская эстрадная студия «Анем».
안녕 성인그룹과 아동그룹은 항상 축제, 공연, TV, 라디오 방송에 참석하여 전국대회 우승도 여러 번 해서 관객들의 열정적인 호응을 얻어왔습니다. девочки, вы только что смотрели корейский концерт, где выступала детская группа «Анён». Понравилось ли вам их выступление? Вообще очень было здорово, красиво танцевали, супер. Они всю свою любовь изливали в танце, было прекрасно, спасибо большое. Дети так хорошо танцуют, как настоящие артисты. Это будущее нашей, наверное, корейской нации, я надеюсь. Выступление этой группы – это всегда для нас большой праздник. И сегодня один из таких вот праздников, они сегодня просто подарили нам этот праздник. Мне очень нравится эта группа «Анён», потому что они красиво так поют, и все они очень талантливые и красивые. Что вам нужно для счастья? Для счастья у меня все есть. Жена, дети, дом, работа. Все в порядке. У меня все есть. Мои дети, они здоровы, они учатся, они умные, они красивые. Мои родители, они рядом со мной. И мой любящий муж, который всегда рядом со мной, всегда меня поддержит. И я, мне всегда делают комплименты, что я хорошо выгляжу, молодо выгляжу. Я считаю, что я очень счастливая. Вот это мое счастье. Я хочу, чтобы так было всегда. Сейчас 안녕그룹의 우즈벡 가요계에서 가장 인기 있는 고려인 그룹입니다. 그룹 멤버들은 평범한 고려인 집안 출신들입니다. 설마 연예인이나 되겠느냐 의심과 비웃음을 당하기도 했습니다. 하지만 인기 연예인이 되겠다는 그들의 꿈은 실현되었습니다. 이제 와서는 과거를 뒤돌아보면 기적 같은 인생이었습니다. 하지만 이 기적은 겉으로 보이지 않은 엄청난 노력의 결과입니다. 내일을 즐기고 사랑을 믿어야 합니다. 사랑을 잦으면 소중히 간직해야 합니다. 나머지는 뜻대로 될 것입니다. 각자는 자기가 만든 세상 속에 살고 있습니다. 자기 자신과 다인을 사랑하세요. 사랑 없이는 모든 것이 무의미합니다. 안녕그룹의 노래입니다. 흠, look at this.